В ротонде парка Зернова состоялся очередной брейкинг джем. Горожане могли увидеть, как люди двигаются под современную музыку. Мероприятие собрало немало зрителей. Кто, может быть, не в курсе, как бы брейкинг – это современное название брейк-данса, да? Джем – это свободный танец в кругу, то есть собираются желающие в круг, выходят и танцуют. Мероприятие проходит уже во второй раз. Антон Козлов, руководитель городской студии брейкинга, ранее организовывал в городе джемы тренировки. Подобные выступления проводятся исключительно на личном энтузиазме для популяризации этого вида танца. Цель – появление уличной культуры брейкинга в Сарове. Народ как бы не супер активный, не особо не приходит, может быть, не знают, может быть, непонятно это, может быть, существует стереотип, что это детская забава, хотя по факту тренируются там люди, так скажем, может быть, еще в рамках юридических, являющихся там молодежью, но точно уже не молодежь, как бы. Просто физическая активность, все, кто крепкий, все, кто способен, все танцуют, от мала до взрослых. Впрочем, одними только танцами дело не ограничилось. Вместе с танцующими для публики выступил городской рэпер Андрей Етунин Маст. Он зачитал несколько строк под музыку. В будущем планируется увеличить масштаб мероприятия. В феврале уже был организован баттл среди детей учеников школы брейкинга. С сентября проводятся тренировки в молодежном центре. До конца лета они бесплатные. По субботам в 4 часа за молодежным центром Куйбышева 19/1 по субботам. Вот кто хочет как бы влиться в этот танец, научиться азам, приходите. Пока так. А с сентября уже полноценные тренировки начинаются. Ну, если там в соцсетях меня найти, можно узнать, где и когда. Вы можете узнать всю дополнительную информацию в группе ВКонтакте Street Skills. Никита Бельямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.